Вам очень повезло, дорогие телезрители, потому что сегодня вы увидите один из самых необычных космических экспериментов. Прямо отсюда, с борта Международной станции, мы будем управлять роботами, которые находятся на Земле. Делать мы это будем с помощью оборудования «Контур-2». Космический эксперимент «Контур-2» представляет собой моделирование одного из возможных сценариев исследования планет, ну, например, Луны, при помощи находящихся на их поверхности роботов-манипуляторов, управляемых человеком-оператором с орбитального космического корабля. В рамках этого эксперимента Земля является исследуемой планетой, а МКС, там, где я сейчас нахожусь, представляет собой орбитальный пилотируемый корабль. Космонавт на МКС является человеком-оператором, который управляет находящимся на поверхности исследуемой планеты роботом или группировкой роботов, связанных между собой телекоммуникационными каналами связи. Во время сеанса эксперимента я буду управлять роботом, используя видеоинформацию с видеокамеры робота. Видеоинформация будет приходить на экран вот этого компьютера. Yes, Sergey, hello, how are you? Hello. Nice to see you again. Thank you for all the support during all this time. Для чего нужен такой эксперимент? Я сейчас попытаюсь вам объяснить. На самом деле это серьезная миссия, важный шаг на пути к освоению Луны.